Herbalife îți recomandă să fii în formă. Iar astăzi, la rubrica Fii în formă, atragem atenția la formele abdomenului. Iarna e grea, grăsimea e mare și acum când vrem la soare, n-ar fi rău să ne aliniem trupurile la rigorile sufletului. Iar în cazul domnișoarelor, mai degrabă la rigorile privirilor apreciative ale bărbaților. Și cum toată lumea știe că cel mai eficient în acest sens este fitnessul, vă propun să învățați în clipele următoare câteva exerciții extrem de eficiente în readucerea în formă a abdomenului. Deci, mutați mobilierul la perete, îmbrăcați-vă costumele sportive, aveți doar 2 minute, să faceți volumul televizorilor un pic mai mare. Astăzi, alături de mine, sunt instructorul de fitness Mariana Nicolaișna și profesorul de dans Virgina Kozlova. Bună ziua și bine ați venit acasă de vreme. Добрый день! Итак, переход из зимы в лето обычно сопровождается болями в регионе пресса, или как это понимать? На самом деле никакого нету боли в прессах, просто большинство людей прибегают к тому, что они вспоминают, что лето и нужен плоский животик, так. И они начинают работать над своим прессом. Хорошо, вы предлагаете упражнения, но некоторые девушки прибегают, скажем, к массажу или к разным, сейчас есть новшества в косметологии, разные крема, которые убирают целлюлит, включительно на животике. Что из этого самое полезное и заодно самое эффективное? Самое полезное, конечно же, пресс, когда просто мы сами работаем, никаких химических воздействий нету на наше тело. Качаем пресс, причем все очень легко и можно делать дома самостоятельно. Для этого нужны какие-нибудь специальные, не знаю, стенды, аппараты, оборудование какое-то? Просто коврик. И при этом нужно соблюдать, конечно же, технику, чтобы правильно делать, будет более лучший результат. Техника техникой, хорошо. Но некоторые, может быть, уповают на то, что «О, я сегодня сделал там 3 упражнения». Повторил их по 3 раза каждое. Или не знаю, сколько вы нам расскажете, как правильно это делается. И при этом идут быстро в фастфуд или открывают холодильник, достают ножичку куриную, хорошую, красивую, вкусную. Диета влияет на все, на результаты? Конечно же. Если хотят результат хороший, они должны следить за рационом. И делать несколько подходов в день. Для новичков лучше 2 раза в неделю. И потом на 3-й неделе только они увеличивают подходы. Свои. Угу. То есть подход — это сколько раз повторяется одно упражнение? В день. Так. Начинаем мы с какого количества упражнений? 20, можно минимум 20. Если вы вообще новичок, не занимались спортом, в принципе, можно 10 начинать. Но в лучшем случае это 20. Угу. И в день можно 2 раза, утром и вечером. Утром сразу после того, как проснулись, или нужно подготовиться как-то, что-то сделать, принять позу, сказать мантру? Ничего, никакую позу, просто обязательно нужно сделать перед занятием, маленькую разминку, растянуть все мышцы, и в принципе все. Угу. До или после завтрака? Если после завтрака, обязательно лучше сначала покушать. Но потом, чтобы прошел час, и можно уже заниматься прессом. То есть, если все-таки приняли завтрак, нужно подождать. Конечно, час, потому что это сразу. Все-таки упражнение, которое работает именно с той зоной, где эта вся еда и находится. Да, поэтому мы должны немножко подождать. И после занятия тоже у нас час промежуток. Вечером, перед сном, после ужина, перед ужином, как мы делаем? Хорошо, упражнение? Перед сном мы не рекомендуем, лучше после 6, от 6 до 7, вот такое время. А примерно. Почему не перед сном? Уставшее тело лучше спит. Уставшее тело лучше спит, но при этом некоторые наоборот, они накачали пресс, и они более оживились, а потом спать не могут. И этот адреналин мешает им Конечно, увидеть красивые цветные сны. Да. Ясненько, хорошо. Вы говорили о том, что начинаете с разработки мышц, с упражнений по, как это называется на русском, энкалзире, да? Разогрев, да. Конечно. Можете нам показать парочку упражнений для разогрева? Для разогрева, да, конечно же, вот можно. Я сейчас более чем уверен, и извиняюсь, что прерываю, я более чем уверен, что наши телезрительницы уже готовы там это все повторять, поэтому комментируйте, объясняйте, что вы делаете, doamnelor și domnișoarelor în special. Fiți foarte atente, dați mobilierul la o parte, că nu am glumit când am spus. Acum vom face un pic de încălzire, după care pe muzică vom arăta și aceste exerciții pentru abdomen, da? Da. Deocamdată ne încălzim.
ce ne arătați pentru încălzire? Ca să facă și domnișoarele de acasă. Для разогрева. Что, что можете показать сейчас? И потом, и потом перейдем к прессу. Да, да. Хорошо. Чтобы просто разогреться, мы употребляем обычные наклоны. Ушли влево, вправо, хорошенько потянулись. Отлично. Корпус параллельно полу. Отлично. Спина прямая. И ушли в другую сторону. Корпус параллельно полу. Спина прямая. Вытянулись вперед. Хорошо. Марш на месте. Сделали просто вдох. Выдох. И еще раз делали вдох. И наверх. Отлично. И дыхание, выдох. Наверное, очень важно. Конечно же, очень важно дыхание. И у нас разминка буквально 5-10 минут, чтобы вас занимала. Так, вы там продолжайте, дамы и господа. Doamnelor, voi continuați. Iar noi probabil vom începe deja să vă demonstrăm acele exerciții esențiale pentru burtica care se pregătește de vară. Da? Давайте перейдем к упражнениям на... на пресс. На пресс. Хорошо, мы опускаемся вниз. Садимся. Спинка прямая. Стопы на ширине плеч, ручки на затылок. Работаем в полдиапазона на два счета. Приготовились. И середина, вверх, середина, низ. Наверху обязательно у нас выдох. Хорошо. Локти у нас смотрят по сторонам. Отлично. Делаем последних два раза. И последний. Хорошо. Работаем на каждый счет. И 8, 7. Наверху выдох. Обязательно следим за нашим дыханием. И последних 3 раза. 2, 1. Только пружинка вверху. 8, 7, 6. Хорошо, продолжаем. Медленно опускаемся. И на 4. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2. Продолжаем. Следим за нашими локтями и за дыханием. Наверху обязательно выдох. Хорошо. Ручки ходят вдоль корпуса, ножки поднимаем наверх. Работаем над нижним прессом. Работаем на два счета. Приготовились. И середина, вверх, середина, вниз, середина, вверх. Наверху обязательно у нас выдох. Если вы прогибаетесь в пояснице, лучше немножко согнуть наши ножки в коленях. Продолжаем. Середина, вверх, середина, выдох. Продолжаем. Всего пару упражнений в день, и у вас уже плоский животик. Хорошо. Еще два раза. И последний. Середина вверх, середина вниз. Хорошо. Ножки опустили, руки ходят наверх. Обязательно потянули наши мышцы. Хорошо. Ручки уводим вдоль корпуса, стопы на ширине плеч. Руки уводим на затылок. Отлично. Поднимаемся на два счета. И середина вверх, середина на каждый счет. 8. Добавляем руки и в сторону. Хорошо. Продолжаем. Наверху выдох. Последних 2. Хорошо. Руки вдоль корпуса. Ножки. Сделали вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Задействуем косые мышцы. Руки вдоль корпуса, отрываем лопатки и стремимся к нашим пяточкам. На каждый счет у нас выдох. Достаете до пяток, тянемся к носкам. И еще немножко. 4, 3, последних 2 и последний. Хорошо, опускаем лопатки, сделали вдох, выдох. Хорошо, поднимаемся наверх. Отлично. Насколько вот я смотрю, вот выглядит оно красиво, легко, но я смотрел сейчас на Вирджину, которая в некоторые моменты уже не подоспевала. Настолько это сложно, скажи мне, пожалуйста. Для новичков, в принципе, сложно. А ты новичок в этом? Я немножко в другой сфере. Но да, ты инструктор по танцам. Да. Но, в принципе, мы и это делаем, мы все делаем. Ну, кто занимается более большое количество времени прессом, работать над своим животиком, им легче. А даже танцорам, они не работают в большинстве случаев над своим прессом, поэтому им иногда тяжело.
Понятно. Сколько времени нужно для того, чтобы заметить разницу, вот скажем, на вот этом вот сантиметре, когда мы девушки. Понятно, да. Первое, что делают, чтобы увидеть разницу, они, да, бегут к весам, это, либо, да, измеряются. Да. На самом деле у каждого в отдельности, потому что некоторые делают каждый день, хотя это нельзя, особенно для новичков. В принципе, через месяц уже можно увидеть результат. Угу. Некоторые уже видят через 2 недели, кто как работает на самом деле, кто еще следит за рационом. Все зависит. Подбором музыки нужно заниматься специально, либо любая музыка, которая нравится человеку, можно подойти. Кто для себя, можно просто, которая нравилась, чтобы для души было. Угу. Просто ритм должен быть все-таки подходящий для того, чтобы по ритму. Желательно, да. Но это не принципиально. Не принципиально. Нет. Хорошо. Девушки, я вас благодарю за то, что вы нам это продемонстрировали. В следующий раз вы нам, я более чем уверен, покажете еще какие-нибудь хитрые упражнения. Конечно, для того, чтобы же наши молдавские девушки оставались всегда самыми красивыми девушками в мире. Это я так делаю микрокомплимент всей нации. И вы впереди всех. Вот. И напутствие тем, кто хочет все-таки перейти из пассивного отдыха в более активный, да, в фитнес. Вот сейчас, прежде чем мы закончим эту рубрику, что вы можете посоветовать? Могу посоветовать: берите кроссовки, уже берите сменную одежду, бегите в зал, либо дома, самостоятельно выбирайте музыку и работайте над собой, и тогда вам лето придет в удовольствие. Fetelor, vă mulțumesc foarte mult! Mariana Nicolaișina și Virgina Kozlova au fost alături de noi. Ne-au demonstrat cum facem națiunea mai frumoasă. Aceasta a fost rubrica Fii în formă. Herbalife îți dorește să fii în formă în fiecare zi.